Muito sinceramente, não foi o frio. Muito sinceramente, não foi falta de rotinas de determinados elementos. Щиро кажучи, я не думаю, що проблема була у холодній погоді, не була проблема також у відсутності деяких гравців. Я вважаю, що у деякі періоди матчу ми грали досить непогано, але головна причина, як на мене, в якості грі суперника. Я думаю, що «Динамо Київ» – це та команда, яка може претендувати цілком на перемогу у Лізі Європи. І це, звичайно ж, вплинуло на фінальний результат, кінцевий результат. На початку матчу ми непогано вступили в гру, у першому таймі, потім друга половина першого тайму, на мій погляд, була провалена. У другому таймі ми знову почали створювати рідкісні моменти біля воріт суперників. Було дві гольових можливості зрівняти рахунок, коли різниця була лише один м'яч. В будь-якому разі, я вважаю, що це дуже корисний досвід для нас, і ми маємо зробити висновки з того факту, що у вирішальні моменти ми не можемо реалізувати ті гольові можливості, які надає нам суперник. Фіналізувати. Портанто, даю парабенс ao adversário, porque é, de facto, uma excelente equipa, e eu acho que é mais por isso. Важно, действительно, в психологическом плане, что ребята, несмотря на то, что есть усталость и физическая, и психологическая, они собрались на эту игру, я думаю, что показали достойную игру и по праву выиграли этот матч. Ну, насчет победы в Лиге Европы, я думаю, что мы все в начале пути, и все это понимают и футболисты, и тренеры, и никто никуда не поднимается. Я думаю, что мы играем от игры к игре, выиграли эту игру, хорошо, что прошли дальше, и какой будет дальше соперник, будем готовиться к нему. И никто сейчас не загадывает и не думает вообще ни о каком финале или о чем-то Лиге Европы. Сейчас у нас была задача пройти в следующий этап, мы ее, я думаю, выполнили. Теперь задача пройти с первого места и, конечно, не забывать о чемпионате Украины и Кубке. Насчет Мигеля, конечно, это очень полезный игрок. Если это игрок сборной Португалии, это для нас очень полезный игрок. В команде есть хорошая конкуренция, и я вижу, что сейчас Мигель в первую очередь это понимает. Выходя на замену, он помогает команде. То, что он делал сегодня, вышел, отдал все силы, забил мяч. Все, что у него есть, он отдает. И я рад, что он профессионально сейчас относится к тому, что происходит у нас в команде. Для нас очень важно занять первое место. И все ребята понимают, да, мы сделали большое дело, мы прошли дальше, но очень важно настроиться на эту игру и выйти с первого места. Все это понимают, и я уверен, что на последнюю игру мы будем выходить в боевом составе. Замена Кравца на Мбакани на 70-й минуте, это была плановая замена или она была вынужденной в связи с тем, что у Кравца немножко не шла игра, скажем так? Я вообще не вижу никакой разницы, плановая это замена или не плановая. Когда забивал Артем, никто ничего не говорил. Тот объем работы, который он проводит на поле, да, он не забил. Были хорошие моменты, но Артем – это тот человек, который нужен команде, который борется в каждом моменте. И за счет его активности мы зачастую, очень часто отбираем мячи на чужой половине поля. И когда он еще и забивает, плюс к этому еще супер. Но Бакани, нам нужен был такой форвард, который зацепится за мяч. То, что он продемонстрировал, когда он вышел на замену и имел шансы забить мяч. Сергей Станиславович, Андрей Ермоленко в микс-зоне отказался давать комментарии, сославшись на то, что у него насморк и кашель. Он болен и вышел на игру больным, или это следствие сегодняшнего поединка? Да нет, у него был этот насморк, и с голосом были проблемы, с горлом еще до нашей последней игры в Запорожье. И он взялся за игру, он отыграл 90 минут и был очень полезен команде. То же самое сегодня. За там, 10 минут до конца я у него спросил, можешь продолжать, потому что я знал, что у него есть эти проблемы. Он согласился, но в раздевалке я тоже слышал, что у него нет голоса. И я ему благодарен, что он доиграл эту игру и уверен, что он подготовится к следующей игре и выйдет, будет играть за «Динамо».